Она ушла из семьи. Она ушла из семьи. Дорогой, я скоро приду. Нет. Нет, пожалуйста. Мы ж снимаем. Я с тобой. Слушайте, она меня отправляет в дом. Здесь что-то не, здесь уже что-то нечисто. Здесь... Опа, это кому это она домой идет? А ты куда, дорогая? Роблоксяне, всем привет, с вами, как всегда, я, Сквирти, и сегодня я буду искать жену, не побоюсь этого слова, жену в Adopt Me. Но у нас сегодня предстоит небольшой спектакль, у нас есть подставное лицо, так скажем, которое будет пытаться увести мою жену. За райд зелье. Если вам понравится это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, ведь это очень-очень важно. Ребятки, как можете видеть, я немного поменял свой скин. Мне сказали, что это самый классный пацан в Adopt Me. Окей, я поверил на слово, потому что я крутых пацанов немного по-другому представляю. Но мне сказали 100% это крутой пацан. Итак, начинаем писать, начинаем искать. И не будем мелочиться, не будем искать девушку, а будем искать сразу жену свою, правильно? Ищу жену. А, надо же написать, пиши я. Ищу жену, пиши я. Кстати, подставное лицо. Вот этот Марк, который бегает вон там. О, во! Нашли жену! Так, привет. Пошли, покажу дом. Блин, ребята, она хочет в семью. А, все нормально. Потому что у меня был Марк в семье, и я думаю, блин, если сейчас... Почему-то моя жена решила быть ребенком. Ну, окей, окей. Пошли. А, она хочет на меня сесть, наверное? Ну, пошли. Пикап. Все, пошли. Погодите, я не понял. А что, у меня две жены, что ли? Да-да-да-да. Ну, ладно, предположим. Нет, ребят, что-то все... что-то все не по сценарию идет. Какого фига? Почему две жены? Вот, ладно, окей. Предположим, что это будет одна у меня жена. Пойдем. Пойдем домой. Жена Настя. Так, она, наверное, сейчас мне что-то будет показывать. Хочешь, я тебе дам петов? Хочешь петов? А это кто? Господи, ты кто? Она вообще не в семье. На, жена, держи петов. Каких-нибудь Red Pant, например. Я напишу то, что нет, нет, мне от тебя ничего не нужно. Ничего не нужно. Ты ведь моя жена. Так, а Тоня наш ребенок? Тоня наш ребенок или тоже жена? Что? Что я знаю? Это вопрос был. Окей. Чем хочешь заняться? Она с ней по телефону общается, так это две близких подруги. Сейчас проверим, кстати, возможно, они обе захотят райд зелье. И обе от меня уйдут. Давайте спросим у нее, зовут ли ее действительно Настя. Ой, она сейчас лысая стала. Так, зовут ли ее действительно Настя? Тебя зовут Настя? А меня... Так, а как я назвал свой дресс-ап? Супер Кирилл? А меня Кирилл тогда. А меня Кирилл. Папа, подари пета. Давай, давай подарю. Доча. Так, какого бы... Давай тоже Red Panda, у меня их много. Ой, нет, подождите, не пост Тина мне нужен. Newborn. Приятно поздно укомиться. Максимальное количество ошибок, которые можно было допустить. А чё она отменила? Ей не нужен? Пойдем примерим шмотки. Куда она ушла? Настя, жена, стой. Стой! Неугомонная какая. Пошли померим шмотки. Пойдем, я куплю... А, нет, там же нельзя покупать, стоп, пошли. Так, найти... А, вот вон, по-моему, тот домик. Или вот тот домик. А она где? Настя?
Чё-то какая-то неуловимая жена у меня. Давайте возьмем тачку и попробуем найти Настю. Только сначала на площадку, хорошо. Пойдем. Ребенок просто сгинул в бездну куда-то, убежал. Настюха, садись. Погнали. Тоня пропала. Тоня, ты где? О, бежит. Блудная дочь. Настюха, садись. Поехали. Опять Тоня убежала. Да что? Что за семья такая? Все, поехали. Найдет дорогу домой сама. Так, а теперь бы нам с вами найти бутик со шмотками. По-моему, это вот этот вот. Это же это? Нет, это не то. Я почему-то думал, что это... Господи, Настя, почему? Хотя да, давайте найдем Тоню, потому что нам нужно же проверить сразу двух девочек. А Тоня может телепортироваться к нам. Тоня, портируйся к нам. Тонечка, вылази из-под моста. Нам надо твою маму проверять на верность. Погнали, девчонки. Уже самое время вас проверить. Все, отлично, едем. Так, какая-то из этих дверей, это магазин. Нам главное в магазин не попасть. А, подождите, это магазин. Ребятки, это просто угар и смех. У нас пропал магазин одежды, а мы договорились встретиться своим подставным лицом в магазине одежды, а его убрали, блин. А как сейчас... Пошли тогда в магазин машин. Купим тебе машину. Я надеюсь, подставное лицо поймет этот намек. Подставное лицо уже здесь. Но главное, что Настя об этом ничего не знает. О, и Тоня здесь. Марк прячется. Так, какую хочешь, Настя. Так, Марк начинает подъезжать к моей жене. Но пока что она держится меня, посмотрите, я отхожу, она ко мне подбегает. Она на него не обращает никакого внимания вообще. Что? Анастасия! Так, мы не подаем виду, просто пишем, Настя, какую машину? Она не обращает внимания вообще на него. Она пишет, Тоня хочет эту. Ну давайте купим розовую. Тоня же. Так, Тоня, держи. На тебя. Так, мы купили Тоне машину. Слушайте, мне кажется, райд-зелье это слишком дешевое для того, чтобы уйти от меня. Поэтому мы, наверное, сейчас будем пробовать с флай-зельем. Насте мы ставим зачет, она большая молодец, она не повелась на райд-зелье. А мы переходим к следующей девушке. Итак, Равлаксяне, мы с вами перешли на другой сервер и прикупили флай-зелье. Проверим теперь на другой девочке, купится ли она на флай-зелье или так же, как и прошлая наша жена Настя. В отказ пойдет и нет, это мой муж, нет. Кстати, большая молодец, Настя, я думал, что она пойдет за райд-зельем. Но, видимо, райд-зелье очень слабенькое. Так, начинаем. Ищу жену, пиши я. Так, видим, что ГБФРОДАХК написала я. Пишем, где ты? Вот, мы наконец-то встретились. Ее зовут Вика. Вика, привет. Слушайте, она как с каким-то парнем рядом. Что-то подозрительное. Давайте пригласим ее в семью. Будешь моей женой? Вика? Так сразу? Ну, пойдем. Пошли, Викусь. Она, наверное, хочет мне показать свой домик. Давайте посмотрим. Так, а Марк где-то рядом должен быть. А, вот Марк бегает рядышком. Мне кажется, он палится. Мне кажется, он жестко палится. Как бы нам всем не спалиться нашим театром. Но вот с флай-зельем действительно очень интересно, согласится она от меня уйти или нет. Ого, неплохой такой домик-то у нее. Дорогой, я скоро приду. Нет!
Нет, пожалуйста. Мы ж снимаем. Я с тобой. Слушайте, она меня отправляет в дом. Здесь что-то не... Здесь уже что-то нечисто. Здесь... Опа. Это кому это она домой идет? А ты куда, дорогая? Я по поводу дома. Хорошо. Буду ждать тебя дома. Ну а пока давайте посмотрим, как у нее обустроен дом здесь. О, вот ванна есть. Прекрасно. Красивые фонтанчики, касса, которая не работает. Диван. Это что за Никита сейчас был? Это же не мое подставное лицо, я надеюсь. Детская тут. Детская тут. Хорошо. Давайте посмотрим детскую. Ну, обустроено у нее здесь очень все красиво. Очень все порядочно. Кроватка вот немного друг в друга входит. А пока мы ее ждем, давайте я вам расскажу, почему перестали работать вот эти билдеры, почему перестали работать кассы. Есть такой блогер. Я не пойму, это подставное лицо или нет? Ну-ка. Это подставное лицо! Чё ты тут делаешь? Выйди! Пока что. Ой, ладно, ее пока дома нет, мы не спалимся. Я надеюсь, мы не спалимся пока что. Так вот, есть такой блогер, у него ник на ютубе Цебео. Цебео на английском. И он выкладывает всякие видосики, как обходить систему и как зарабатывать много денег в Adopt Me. Не буду скрывать, я этими способами иногда пользовался, но в основном другие способы заработка здесь. Так вот, он сделал определенный баг, и этим багом начали пользоваться очень много людей, и поэтому разработчики закрыли возможность передачи денег и закрыли возможность совместного билдинга дома. Поэтому сейчас временно, пока они чинят, это все закрыто. Так, давайте, наверное, напишем «Жена, ты где?» Как ее звали-то, господи, я забыл, как жену зовут. «У тебя дома?» Так а я у тебя дома. Лол. Бежим пока домой. Давайте спросим у нее, как тебе мой дом? Оу, сразу такой вопрос, а сколько у тебя денег? Мало. Все потратил на дом. Все потратил на дом. Пошли, купим тебе машину. Итак, ребятки, мы сейчас отправляемся покупать Вике машину. И сейчас будет выход Марка или Никита уже. Мы что-то это не согласовали немного, то что будет ник меняться. Так, Вика у нас пришла. Давайте напишем, какую ты хочешь. Какую ты хочешь. Так, где же Марк? Опа! Как по расписанию. Привет, красотка. Как же это смешно выглядит, господи. Смотри, что у меня есть. Будешь моей девушкой? Какую машину ты хочешь, Вика? Опа. Не трогай меня. Слушайте, вторая девушка подряд? Да быть не может такого. Она за флай зелье не хочет от меня уходить. Опа! Опа, она! Вика, как так? Вика. В смысле, ок? В смысле, ок? Ты меня бросаешь? Ты меня бросаешь? Она ушла из семьи. Она ушла из семьи. Бум. Бум. Бум, бум, бум. Офигеть, ребята, она от меня ушла. За флай зелье. За флай зелье она от меня ушла. Надо было с первого раза флай зелье брать. Короче, спасибо огромное
Марку Никите за эту услугу, за то, что он помог мне в этом театре. Спасибо ему огромное. Если вам понравилось это видео, ребятки, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, ведь это очень-очень важно. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.